наряд по кухне. Вот, служба это по наряду по кухне очень сложная. Она на самом деле трудоемкая, полк большой, более 1000 человек. Это же нужно все и картошку почистить, и столы накрыть, и все остальное. Вот. Поэтому здесь много было интересного. И картошку чистили, чтобы успеть и квадратиками, и треугольниками, чтобы старшина придет, старшина, который дежурит, да, по части, и начинает воспитывать. Вот. Ну, из тех, кого когда рота уже заходит, он начинает. Боец, ты масло-то, говорит, мажь? Товарищ старшина, да я мажу его. Боец, мажь масло. Да мажу, где его, товарищ старшина? Нет, ты его не мажешь, ты его кусками ложишь.